Всем привет, и сегодня мы проведем обзор-распаковку пальчиковых аккумуляторов формата 2А от компании Xiaomi, а точнее от ZMI, компании-партнера Xiaomi. Модель аккумуляторов имеет название Z5. Также в продаже имеются аккумуляторы формата 3А под названием Z7. Аккумуляторы поставляются вот в таком вот пластиковом боксе. Сверху наклеена пленка с техническими характеристиками аккумуляторов и штрих-кодом. Рассмотрим аккумуляторы подробнее. Как видим, в комплекте идут два белых и два черных аккумулятора. Так как аккумуляторы обычно используют парами, по всей видимости, это сделано для удобства распознавания уже разряженной пары от заряженной. Аккумуляторы являются никель-металл-гидридными. Емкость одного экземпляра составляет 1800-1900 мАч, а количество перезарядок по заявлению производителя составляет до 1500 циклов. В чем же главные достоинства данных аккумуляторов? Обычные аккумуляторы после полной зарядки со временем, даже если их не использовать, начинают медленно, но верно терять заряд. На моем опыте такими стали аккумуляторы фирмы GP. Обладая высокой емкостью, уже через несколько дней они начинали терять заряд, а через несколько недель и вовсе разряжались. По заявлениям компании ZMI, их аккумуляторы даже после одного года хранения сохраняют до 80% заряда. Благодаря этому свойству при покупке аккумуляторы уже заряжены и готовы к работе. Также при постоянной эксплуатации после 1500 циклов заряда-разряда данные аккумуляторы сохраняют до 60% своей емкости. Помимо достоинств, у аккумуляторов данного типа есть и недостатки. Это, конечно же, цена. В среднем такие аккумуляторы в полтора, а то и в два раза дороже обычных. Исходя из этого, на вопрос, так какие же аккумуляторы выбрать, я бы ответил следующим образом. Долгоиграющие аккумуляторы типа Z5 или AnyLoop прекрасно подойдут для таких устройств, как мыши, клавиатуры, геймпады, в общем, устройств с низким энергопотреблением. Спустя недели и даже месяцы аккумуляторы будут продолжать работать, расходуя энергию только во время работы. Если же выбирать аккумуляторы для прожорливого устройства типа фотовспышки, которая за пару часов высаживает сразу несколько аккумуляторов, то в этом случае имеет смысл использовать обычные аккумуляторы типа GP. Они обладают высокой емкостью при гораздо меньшей стоимости. Еще из интересных фактов, аккумуляторы ZMI прекрасно работают с мышью и клавиатурой от компании Apple. Вот так аккумуляторы Z5 выглядят в сравнении с легендарными AnyLoop. А вот так в сравнении с обычными аккумуляторами от компании GP и диковинными аккумуляторами от компании IKEA. Ну что же, на этом, пожалуй, я буду заканчивать свой обзор аккумуляторов от компании Xiaomi ZMI. Надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Ставьте лайк, если так и было, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях. Всем удачи и до следующего видео. Пока!